станок его. Микроскоп. Да, станки шлаевские. Важно. Тут шприцы. Конюли. Ну, короче. А цена есть, Денис? Нет. Нету, цены нету. Ну все, пошли дальше. Девушку красивую сниму. Девушку сниму. Три дня жены не видел. Да, мы взяли, да? Да, посмотри. Такой мир живем, блин. Сейчас думает даже 12. Да, только зашел, так это же наоборот реклама его аппарата. Я нет, так понял. Ты что, сейчас Леша следом идет, он уже будет знать, как делать. А это с Украины. Люди, допустим, не знают, где купить станки нормальные. То есть, вот тут-то, вот. Так вот. Это Вангольц, о, Вангольц. Вот, мне сказали вообще к вам подойти. Я Женя, мне Коля Лыкин сказал, подойди. Это ты, который сейчас сам, ну, приехал. С форума торговались, да, встречайтесь. Да, ну, вчера были там, вот, знаете, там что-то. Ну, хорошо вообще посидели. Я не думал, что столько наших людей тут живет. Наших тут очень много. Минимум половина. Пчеловода на выставке. А это вы пчелку, да, там показываете, как выглядит? Кстати, видишь видеокамера? А где? А, вот, вот. Да нет, это видеокамера не подключена. А, туда? А, видишь пчелку, он лежит? Это просто... Тут вижу, тут правильно пропаганда такая. Новый микроскоп просто. И... А я уже обратил внимание. И камера вот эта новая абсолютно. Первый раз такую камеру тоже. Что, знаешь, просто подними каждый раз в телевизор и все. А, то есть не надо переходников, ничего. Не надо ничего. Здесь уже SD-карта. Ты фотографии на нее делаешь. Подключаешь, можешь маус подключить и показывать на экране, что ты видишь, что это медиа файл, что и как. Вань, вот покажи, вот пчелка лежит, вот смотри, вот лежит, сейчас вот пчелка лежит, да? То есть видеокамера и человек вот мышкой показывает, где глаза, допустим, у нее. Видишь, можно все. Камера у нас вот шляю я месяц назад подарил один как подарок от нас. Он, у него Zeiss микроскоп дома, готовили на 20-30 лет покупали. Он говорит, этот микроскоп намного лучше того Zeiss, за 3000 за него. Это стоит, по-моему, 730 он стоит. Сколько он стоит? 730. 730 евро. 730. А камера сколько от Zeiss стоит? А камера, по-моему, 400, но это нету прайс. Да? Ну, в общем, 1000 с небольшим. По Германии это налог отцу будет. То есть, да, получается... Как бы вот то занимается, да, вот, ну, как бы, преподаванием каким-то, крутая штука. Ну, этот микроскоп с камерой уже продан. Человек, который этим занимается, он увидел сразу, глянул, у него тоже такой фотоаппарат, вот раза в три больше, чем у господина. Ну, а если кто-то увидит и захочет, ну, чтобы, возможно же его приобрести, конечно, там, заказать, да? Берете рекламу, едете на Украину, копите деньги, заказываете. Фирма Euromex, по той же цене, как у нее, получите. Поэтому мы никакие тут не заклеиваем ничего. Фотографируй, пожалуйста, мы наш провизионный их получаем и все. Поэтому мы на них сильно денег не зарабатываем. Да, получается, вы их пропагандируете, да, так или так. Просто мы, нам что-то надо к нашим гиретам предлагать людям, что работает с нашими гиретами. Усовершенствовать. Да, чтобы человек получил комплект гирет, если ему надо, да? Поэтому, естественно, предлагаем. Вот так мы на них сильно не зарабатываем. Ну, понятно, что работает. А это станочек, наверное, капилляры тянуть, да? Да. Это капилляры тянуть станок. Это станок капилляры тянуть. Ну, тут кто занимается инструментальным осеменением. Да. Кстати, для Украины вот Гайдару сюда надо, кстати. Вы бы сделали Гайдару? Пригласи. А то он пчел своих сохранить хочет. Для сохранения карпатских пчел. А сколько стоит станок для осеменения? Гайдар мне в Москве 8 назад на выставку заехал. А сколько станок стоит комплект? У вас же несколько, у вас два есть, то есть новое поколение и старое поколение. Комплекты разные. Вот смотри, вот они не то, что старого, но просто они вот, скажем, два основных аппарата. Один вот поменьше, да? Один побольше. Вот что поменьше, его можно прямо на микроскоп закрепить через дырочку, там прикрепить, это на ножках стоит. Но у них, скажем, сам механизм, по идее, весь одинаковый. Да? Шприц одинаковый. И, соответственно, зависит. Этот, по-моему, стоит 1190, этот 1300, наверное, что такое. И, соответственно, комплект от того, какой микроскоп. Да? Вот, допустим, снизу это самый простой микроскоп, он, у него только увеличение 10 раз и 30 раз. Но 10 разного увеличения это как раз нужно при осеменении, в принципе, хватает.
Потом идет вот этот ЦУМ микроскоп. Это следующий как бы. Что дешевле, но ЦУМ микроскоп. На роже оптика. Ты можешь просто увеличение увеличивать как хочешь, от 4,5 до 45 раз, как это. Да? То есть проще управление. Да, просто для глаз приятнее смотреть, да, уже как-то можно увеличивать все это. В комплект где входит также вот эта лампа. Наркоза флуоресцент вот этот с шариками, да? Лампа эта, она тут тоже лампа есть, и тоже LED. Но вот у этой лампы она так рассчитана по мощности и по цвету, что под этой лампой лучше узнаешь сперму. Угу. Она вот когда сперму собираешь под этой лампой, она прям желтенькая. Ну, то есть, сканера. Зависит от того, от цвета, знаешь, от как переломляет. Иногда, если сильный свет, думает лучше, вдруг ты сперму не видишь. Ты надо ее потихоньку коснуться, чтобы собрать, чтобы шлями надо не забрать. Да? Поэтому мы предлагаем вот эту лампу нашу. Мы тоже сами делаем. Потому что таких чего-то не найдешь. Поэтому специально для микроскопов у нас тут вот этот держатель с магнитами. Да? Вот обрати внимание, Вань, видишь, с двух сторон как бы пластинка сделана. Тут этот наркоз, смотреть, где шарики поднимаются, а с этой стороны эта лампа сделана. Да. Ну вот если в комплект, если стандарт, входит тоже вот этот регулятор давления маленький. Mm-hmm. И с баллончиками. Потому что если, скажем, тебе надо 10... маток осеменить, у тебя баллончика хватило и все. Да? Ну и обычно, если куда, особенно за границу куда, если вот как у нас мы курсы проводим, то мы, конечно, ими не пользуемся. Берем вот этот большой регулятор с баллонами на 2 килограмма газа. Да? Поэтому, если кто хочет, допустим, такой, то разница заплатить, получше вот тот регулятор вместо этого маленького. Ну да, тем более, у меня такой. Да, тем более, что за границу мы баллончик не имеем права отправлять. Газ. Только в Германии здесь. Да? Просто не возвращают их обратно. Раньше нам даже пришлось, мы раньше вот этот набор, скажем, он вместе в комплекте тоже вот с мелочами. Там капилляры уже 5 штук в комплекте, шприц. И мы раньше еще там вот этот натриевый хлорид. Раствор, физраствор. Раствор, физический раствор. Здравствуйте. Тоже предлагали, да? Это значит, вот года 2 назад, наверное, стали обратно приходить посадки. Вот только чуть-чуть раствора, попозже. Ну, пластичка он был вот это. Игорь, в чем? Жидкости нельзя теперь по почте отправлять. Да, во Францию даже отправил, во Францию, в Европу все, пришло все обратно. Ну, что такое? Бумагу смотрю, за эти фигни, что вложили, обратно прислали. Мы теперь их не пригнали, потому что они стоят копейки. Сам покупает каждый в аптеке, они везде есть. Поэтому цена зависит от того, что ты хочешь. Это вот держатель для... А можно заказать держатель вот этого самого стекла под винтлер? Под винтлер? Да, да, адаптер. Ну, конечно, можно, я делаю. Да. Просто расфрезеруйте их по 10 мм. Ну, что мне сузесики заказать? У меня так это Таяна шприц, все равно мне больше нравится. Вот шприц ушляя, конечно. Ну, шприц, вот это ваши контакты, да? Только к чем привыкли, шприц ушляя, да? Тебе не нравится шприц ушляя. Почему? Потому что он прокручивается. Я не знаю, сейчас может нового стал. Внутри вот это, да. Тут, кстати, человек один вот наверх пустит, он сам себе собрал тоже, и шприц сам сделал. Нет, у меня, короче, внутри просвручивался. Я не знаю, почему. Так у тебя, значит, просто уже зажато на все. Она не зажимает цилиндр. У тебя просто вот этот цилиндр, он значит, короткий. Какой? Все, вот этот. Он должен чуть длиннее быть, знаешь? А, то есть, чтобы его держалось? Ну, конечно, она же его вот прижимает, он должен выглядывать. У меня вот такой был потом, Харба был, и, короче, они капец. Были такие. Они вот, он просто должен зажимать его. Ага. Я сейчас делаю маленько по-другому. Я изменил сейчас маленько размер. А знаете, что надо? Там человек наверху есть. У него попросите, он металл бауэр работает, он сделал шприц, он как бы я в Кирхане. Ну, у нас свой, я нет, я имею в виду, он свой, сделал, нет, он сделал его шприц свой, он сделал, что у него, в общем, как-то гайка в шприц там включивается, то есть гайка держит шприц там. А зачем? Смотри, что вот это. Кристаллизаторы разные. Вот здесь кристаллизаторы. Девочки.
печатал. €11 000 распечатка стоит. Насос Свенки 2 800 €. Подъем. Да, подъем. Обводка, много разного. Штампы, печати разные. Только на немецком. Изготовление. Много разных. Вот тут. Клеусы. Брат Адам. Папорис. Вот это дебибит, что это? Это, короче, дочь беру сынка бунт. Короче, ну, дочь, ладно, понятно, да? Да. Немецкое общество пчеловодов-профессионал. Ага. 90 лет ему. Вот организовано, смотри, была организована в Залтау в 1928 году. А, вон, стенды. Я смотрю кругом, вывески. Я тебе просто могу объяснить, вот, которые тут люди есть, если ты видишь, у них бейджик, да? Да. Вот как вот вчера мужчина был, он ушел туда, вот рюкзачок. У него был бейджик, беру сынка бунт. Они сюда заходят бесплатно. Там стоит, короче, членство стоит от того, сколько членов семьи. Вообще у колхозников, у всех, у них сделано так, что они как бы общиной живут, там, ну, семья вся. И, допустим, если ты только с женой заходишь, у тебя там годовой сбор 50 евро. А если ты, ну, в общество я имею в виду, а если ты заходишь там всей семьей, допустим, там 10 человек, у тебя семья, может, там будет, допустим, там 80 евро. Ну, я так приблизительно говорю, я сам точно не знаю. Но при этом ты на выставку можешь бесплатно заходить всей семьей. То есть сколько у тебя записано, то есть ты приехал 10 человек, там заплатил годовых 80 евро, а приехал всей семьей на пасеку, и там у тебя 100 евро экономии, грубо говоря. Да, да. То есть от членов семьи тоже зависит. Но это тоже страховки, то как бы. В любом обществе есть плюсы, наверное, и маленькие минусы. Ну, большие плюсы. Понятненько. Вообще все само по себе одно не может существовать. В любом случае ты зависишь от кого-то всегда. Все, ресторан. Вот видишь, линии какие длиной вот разные. Да. Вот я S1000 хочу на 8700 длиной. Вот, ну посмотрим. Надо сфоткаться тут еще. Вы уже поехали? Да, передайте привет пчеловодам своим. Своим пчеловодам привет в Эстонию. Пчеловодам Эстонии большой привет. Большой привет. Большой привет. Эстония, Германия, Украина. С СССРовским. Всем привет. Да, где кто понимает русский, всем привет, так вот скажем. И кто не понимает, тоже привет, пусть понимают. Давай. Ну все, Марат, приедете, будете смотреть себя. Хорошо. Ну ладно, Тим. Давай, приятно было. Запомнишься, свидимся. Да. Я тебе напишу, тебе группу потом мне скажу. Удачи. Вот человек Марат с Эстонии. Да, я с ним познакомился. Мы вчера общались долго.